Мы уже были вещали вам, уважаемые наши зрители, о том, что братские Украине британцы готовы поставить на Эньке ракетные катера собственного проекта, да еще и предоставить под это дело выгодный кредит. Однако, о том, какой это будет кредит, и где и как эти катера будут строить, в том числе и в Украине, информации не было. Так вот, братская Великобритания готова кредитовать строительство 8 ракетных катеров для Украины. Об этом на медне радостно сообщил украинский милитаристский портал со ссылкой на Европейскую правду. Какого именно класса и проекта катера это будут, пока неизвестно, потому как у самих британцев нет в их классификации такого понятия, как ракетные катера, а есть ракетные мини-корветы. Это что-то вроде такого. В данном случае германского только поновее. Для скептиков это было снято непосредственно в одном из каналов в Лондоне. Два первых корпуса должны быть построены на территории Великобритании, а остальные на судостроительном предприятии в Украине. В ходе работ за рубежом украинские специалисты смогут получить необходимую квалификацию для дальнейшего производства 6 корпусов в Украине. Предприятие-производитель на территории нашего государства будет выбирать кабинет министров Украины. Для тех, кто не знает, напомним, что предложение с Туманного Альбиона — это проект 50-метровых ракетных катеров водоизмещением около 400 тонн, которые могут нести ударное вооружение в виде 8 противокорабельных ракет как иностранного производства, так и новых украинских типа «Нептун». К сведению, специалисты посчитали, что учитывая частичную локализацию постройки таких катеров в Украине, на эти деньги можно приобрести, или вернее построить 8 таких катеров по стоимости одного полноценного корвета на мировом рынке. Кроме строительства ударных ракетных катеров, братская Великобритания готова предоставить средства и на другие проекты для ВМС ВС Украины. В целом, речь идет об 1 600 000 000 вечно зеленых американских долларах. Это 1 200 000 000 фунтов стерлингов, которые братская Великобритания может предоставить взаймы на 10 лет. В общем, как по нам, это очень выгодное предложение. Однако, учитывая то, с какой скоростью и какого качества наши, хай бог простит, руководство назначает персонал на должности в государстве и армии, вопрос о будущем этих катеров в составе ВМС Украины остается под вопросом.